Дорогие друзья, всем еще раз привет! За моей спиной, как вы можете видеть, та самая футуристичная галерея, о которой я говорил в одном из своих первых видео, посвященных этому городу, Манчестеру. Эта галерея находится в аэропорту. И неделю назад она сделала так, что мое впечатление об этом городе, первое впечатление, осталось совершенно прекрасным. Ну, собственно, со временем это впечатление только улучшалось. Я влюбился в этот город бесконечно. Он удобный, простой, понятный и так далее. Вообще, в Англии мне очень понравилось, дорогие друзья, так что советую вам также побывать в этой стране. Но все хорошее когда-то заканчивается, но, наверное, не в этом случае, потому что мое путешествие продолжается. И пусть теперь я еду не в Англию, теперь я еду в Украину, в свою любимую Украину, в которой когда-то участвовал на телевизионном шоу популярном. Ну и, собственно, теперь еду на соревнования. I'm sorry, I'm just making a video. Вот. Еду на соревнования в Украину, в город Харьков. Надеюсь, что поездка в Харьков станет такой же незабываемой, как и поездка в Манчестер, да и в Англию в целом. Потому что побывал я здесь не только в Манчестере, но еще в Лондоне, в Ливерпуле. Тоже в замечательных городах. Сейчас прошел какой-то парень, который услышал слово «Украина» и думал, что я обращаюсь к нему. Вот. Но потом мы с ним поняли друг друга. Вот, ну... Спасибо вам за внимание, извините за качество этого видео, здесь просто темновато немного. Но, наверное, в этом случае главное то, что на заднем фоне. А этот фон яркий и красивый, как и весь, собственно, Манчестер. Спасибо, до новых встреч!